Всем привет, с вами Аурум, и сегодня мы будем открывать сезонные драфтовые сундуки. И нет, ребят, я не записывал этот видос 1 января, потому что, по сути, сезон у нас закончился именно 1 января, в понедельник. Конечно же, ни у меня не было никакого желания записывать тогда видео, ни, в общем-то, у игроков, которые дали мне свои аккаунты, тоже давать в то время не было никакого желания, Аки. Вот, а сейчас настало время это все записать. Конечно же, у нас не так много аков, как обычно, но хочу вам сказать, что прошло уже 4 дня с момента начала сезона, и эти ребятки держали лично, вот именно лично для вас эти аккаунты, чтобы вы увидели, как их сундучки открываются. За это им, конечно, респект и уважуха. Не забывайте поставить видео лайк. Если будет мало лайков, драфтовые сундуки вы вряд ли увидите у меня на канале. Будет много лайков, вы будете по-прежнему раз в месяц лицезреть это крутое, в общем-то, открытие. Итак, 5008 кубков. Результат сезона у Георгия из клана Sunstorm.ru. Начинаем открытие, ждем очень сильно легендарную карту. Ну, в общем-то, я более чем уверен, что мы не только ее здесь ждем, но и сейчас очень быстро ее найдем. Элитных варваров мы пропускаем. Значит, ледяной голем. Хорошо. А мушкетеры, напоминаю, что все ребята, которые дают на открытие свои сундуки, понимают, что я открываю их на свой, в общем-то, вкус и цвет. И здесь нет леги! Вот это жесть вообще. Блин, я этого никак не ожидал. Серьезно? В сундуке за 5000 кубасов нет леги? Я прям сейчас чуть-чуть подохренел. Как это вообще? Как это понимать-то? Блин, трэш. Блин, блинский. Это просто печалька. Тем более здесь, мне кажется, лего пригодилось бы вообще. Хотя есть все леги, кроме вот королевского призрака, которого уже можно найти. Обидно, Суперселл. Обидно. Причем очень сильно обидно. Ну хорошо, ладно, сорян, Георгий, двигаемся дальше. Так, мастер 1, 5100 максимум в сезоне. Именно по этой цифре, а не по результату сезона, выдается сундук. Поэтому именно здесь очень-очень сильно бы хотелось все-таки увидеть ту самую долгожданную легу. Ну а как это получится, тоже мы сейчас увидим с вами, ребят. Да, детка, да, вот она, легендарная карточка, все хорошо, все путем, кручу-верчу, даже не буду, кстати, здесь выбивать автоматом, пусть оно докрутится. Вау, бандитка, либо гончая, бандитка. Да, ребят, бандитка, все-таки бандитка, потому что она теперь становится третьего уровня, и это намного интереснее, очевидно же. Посмотрим, что там у него было. Значит, бандитки в колоде нет. В общем-то, как и гончий. Я думаю, мы все сделали правильно. Андрей из клана Альфа. 4909 кубков. Тоже мастер 1. И, блин, что-то меня вот пугает, что мы на самом первом аккаунте не смогли получить легу. Опять же, это не наша вина. Это, конечно же, вина Суперселл. Блин, Новый год вроде был. А Суперселл вот такие вот нам бонусы дарит. То есть целый месяц чувак копил себе 5к кубков и в итоге не получил легу. Дичь какая-то полная. Зато здесь мы получаем 8-го всадника на кабане. Это, конечно же, офигительно. Здесь 24 эпика, и я, пожалуй, возьму нашего не такого старичка-охотника. Вот, ну то есть довольно недавно охотник появился, поэтому, конечно, мы его берем. Дальше крутится-вертится дровосек либо бандитка. Блин, дровосек либо бандитка. Ну смотрите, дровосек третьего уровня качается. Думаю, его, наверное, возьмем. Чем черт не шутит, может, он есть в колоде даже. Нет, в колоде его нет, хотя там есть мини-пека, можно было бы, конечно, и заменить. Ну, сами видите, тут вообще из лег, в общем-то, ты ничего и нет. 13-й максимальный уровень и 7-й хок, что?
Прикиньте, у него 13 уровень и был 7 уровень Хога. Мы только что выбили эти карты. То есть пацан, скорее всего, очень жестко донатил Хога в своем клане. Вот, блин, вот так вот. Вот берите пример. Слушайте, никогда, наверное, не играл Хогом. 13 уровень, 7 левел Хога. Охренеть какой-то, я бы отдельный видос даже, наверное, бы снял. Как такое может быть? 13 левел и 7 уровень Хога. Причем те карты, вот которые сейчас 221 карта из 200, это мы ему только что выбили, вы же видели, да? Жесть, я такого еще не видел, реально. Я вот, напишите в комментариях, кто видел какого-нибудь Хога помельче на 13 уровне. Причем, опять же, еще раз повторюсь, это мы ему добавили тех карт, чтобы он имел возможность на 8 левел вкачать себе Хога, а так у него вообще ничего не было. Ну и последний аккаунт на сегодня, игрок под ником Топик из клана Aurum TV. Вот мы видим, у него, кстати, табличка «Доступна новая карта Королевский призрак». Это значит, что он, скорее всего, вообще на аккаунт не заходил. Мастер 1, сегодня у нас прям все мастера 1. И не буду тянуть кота за хвост, начнем, в общем-то, сразу открытие. Очень хочется увидеть здесь легендарную карту и не промахиваться больше, как я, в общем-то, это сделал. Так, эпик — это хороший знак, берем голема. Блин, нету леги, что за дичь, что произошло с драфтовыми сундуками? Раньше, ну как так-то, вы сейчас серьезно, рили? Блин, у меня нет слов. Где леги? Суперселл, вы где леги после Нового года дели? Я вам доверял, а вы леги все куда-то дели, это просто же жесть какая-то. Ну, за Хога, конечно, спасибо, но где леги? Фак! Черт, как такое может быть? Блин, у ребят такое количество кубков, мастер один и нету леги. То ли я супер нефартовый стал, да еще и, ну, очевидно же, Королевского призрака он не заказал в сервисе Boost Royale бустик, поэтому, в общем-то, его и не прошел. Я не знаю, ребят, честно... Честно, у меня нет слов, я не понимаю, где суперселлы дели леги. Я, конечно, посмотрю, какая вероятность выпадения в мастер 1, но, по-моему, в мастер 1 с вероятностью выпадения легендарной карты все более чем всегда было прекрасно. Но почему-то после Нового года, как вы видели только что, что-то явно пошло не так. Я не знаю. Ну, в общем, ребят, все, которые предоставили аккаунты, спасибо вам огромное за то, что терпели целых 4 дня. То есть целых 4 дня эти пацаны не играли и ждали открытия. Поэтому респект вам и уважуха лично от меня. Те, кто хотят, чтобы я открыл сундуки на их аккаунтах, возможно, вы хотите задонатить 100-200 тысяч гемов, я с радостью вам пооткрываю эти сундуки. Кстати говоря, давненько уже никому не открывал сундуки на такие кругленькие суммы, кроме как себе. Поэтому обязательно в группе моей ВК Aurum TV ищите, там в контактах есть чувак по идеям для видео. Вот пишите ему, спамьте, и если... ваша идея для видео покажется ему и в конечном итоге и мне интересной, то я лично с вами, скорее всего, свяжусь. В общем, на сегодня это все. С вами был Aurum. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки, ребят!